Привет, ребятушки, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Gold Rush. И мы на каком-то здесь острове, и сейчас мы посмотрим. Да, мы нашли золото. О, у нас еще и секундочки, да, есть? Нифига, 15 секунд осталось. Так, вижу. Так, здесь золото было и здесь. Это мне просто надо было запомнить, где оно находится, и все. Так, опачки. Это я все помню. Помню, где находится. И вот здесь еще золото. Есть, успел. 10 из 10 мы собрали. Золотишко. Давайте взвешиваем, сколько там грамм у них получается. Всего монет 190 грамм. Продать за 4000. Так, давайте дальше будем. Детектором. Проверим, где он. Вот золотишко нашли. И будем его копать. У меня лопата мощная. Копает очень быстро. Давайте промоем сейчас это все дело. Посмотрим, сколько у нас будет. Много или мало золота. А может быть даже и серебро. Ой-ой-ой, ребята, это же у нас изумруды здесь появились. Да. Так, главное мне аккуратненько изумруды не потерять. Вау. Маленькая такая песчиночка. Смотри, мы сегодня будем добывать изумруды. И золото давайте соберем. Интересно, что дороже? Как ты думаешь, золото или изумруд? Взвешиваем. Так. Получается, за 42 грамма... О, быстрее продаем. $1000 мы заработали. Только на изумрудах. И $600 на золоте. И новый драгоценный камень. И, видимо, бриллиант какой-то. Газонокосилка разблокирована. Нифига себе. Так, поехали играть дальше. Смотри. Мы куда-то на болото с вами пришли. Давайте скосим эту всю траву. Чтобы она мне мешала копать. Все здорово. Так, металлодетектор. О, золото. Все, копаем. Там даже какой-то скелет человека лежал, представляешь? Видимо, он это золото туда и закопал. И, видимо, там он остался. Вот это вот слиток большой. Давайте это все промываем. Большим количеством воды. Угу. Так, высыпаем. Вау, и изумрудик есть, нифига. О, здесь чисто изумруды, серебро и золото немножко, я вижу. Так, главное аккуратно нам это не уронить. Ничего лишнего. Камушки только вот эти вот выкидываем. Все. Давайте соберем сначала золото. Золото это у нас основной металл. Драгоценный. Потом серебро собираем. Классные магниты такие. Чисто. Топленого вида металла. И изумруд. Так. Зелененький изумруда поменьше, конечно. Но тоже много. Круто. Взвешиваем все, ребятушки. Смотрим, сколько все что стоит. Так, ух ты. 1500. Давайте, может быть, поднимется. Ах, опустилась, смотри. Во. Так, подорожало. Продаем. Следующий. Драгоценный камень. Это какой-то алмаз. Здорово. Так, что мы можем прокачать? Давайте прокачаем еще эту мойку, тарелочку, да, вот эту прокачаем. О, она больше становится или нет? Ух ты, какая она красивая стала, смотри. Офигенно. Так, и детектор давайте обновим, прокачаем. Да, он просто-напросто увеличивался. И лопату еще прокачаем. Все, пошлите играть. Интересно, вот эту вот пилу можем тоже прокачать? Я бы ее немножко прокачал, чтобы она была побольше. Так, все. Детектор.
Проверяем. Вот золото, нашел. Золотишко. Копаем. Так. Ну, вроде бы не сильно много. Сейчас посмотрим, нужно. Да, мы его сейчас будем промывать. О, я там увидел уже этот изумрудик. Да, камни стали такие вот побольше, прям такие. Давайте мы их уберем. Все. Золото. А, у нас здесь это купрум. Медь еще есть. Так, а вот изумрудики прям вообще маленькие. Так, давайте тоже соберем изумрудики. Взвешиваем. Это самое такое интересное занятие — взвешивать. Сколько, на что у нас по деньгам выходит? 2000. Продаем. Нормально. Хорошо. Горный рынок. Новый драгоценный камень. И чуть-чуть новый инструмент открыли. Вау, это что такое? Это какое-то колечко интересное, красивое, с рубинами. А у нас рубинов еще мы не находим, не находили ни разу рубины. Так, давайте дальше играем. Бонус. А, бонус уровень, смотри, интересно. Давайте поиграем в бонус уровень. Так, пока я обновлю себе. Так, чего-нибудь, лопатку, уже денег нет. Так, давайте проверим, поищем золото, золотишко наше. Так, о, вот оно, вот оно, золото нашел. Копаем, копаем золото, выкапываем. Ключик золотой. Ух ты, вижу, вижу там медь. Давайте промоем это все сейчас хорошенечко. Смоем всю грязь. И посмотрим, что... что у нас там есть. Ух ты! Золото, бриллианты. Аккуратненько, мы сейчас мы это все уберем. Грязь. Так. О нет, золото упало, алло. Это у меня такое в первый раз, что упало золото. Так, ну еще немножко, да, надо? Или все? Нет, еще. Прочищаем. Да, у нас немножечко упало золото. И этот самый. Зелененькая, изумрудик. Изумрудик наш тоже один упал. Ну ладно. Давайте это все взвесим. Проверим. Опачки, ребята. Смотрите, мы сейчас будем делать с вами украшения. Так. Это что такое? Берем еще красненький, да? Так, а подожди, а где? Есть. Так, и следующий берем. А этот какой цвет у нас? Белый? Ну, давай белый посерединке поставим. Блин. Вот так. А подожди, у меня красного нету, только зеленый. Ладно. Ну, красивенькое такое колечко. Типа мы еще за ювелира будем работать, что ли? Ничего себе. Так, взвешиваем. Золота мало почему-то. За 2000 продаем. Продаем, продаем. Так, драгоценный камень мы скоро откроем. Блин, чуть-чуть осталось. До открытия драгоценного камня. Ладно. Так, давайте обновим детектор. О! Ух ты, какой у нас стал детектор большой. Фиолетовый теперь стал. Ладненько. Так, давайте тут все это прочистим. Уберем траву. И новым большим детектором. Опа, сразу, смотри, мы нашли золото. Так, давайте копаем, копаем, копаем. Так. И промываем. Надо смыть грязь. Так, сейчас все намоем. И посмотрим. Целая тарелочка у нас, смотри. Так, надо нам это, опа, убрать лишнее. Вот, камушки вот эти вот, они нам не нужны. Есть. А, золото, давайте сразу соберем. Так,
Медь. Медь собираем. Меди тут очень много. Килограмма 2, наверное. И серебро осталось. Так, вот еще кусочек маленький серебра. Давайте это все взвешивать. На весах. О! За 2000 мы можем это все дело продать. Продаем за 2000. Ну, как-то так, ребята. Драгоценный камень мы открыли. Вау! Бриллиант разблокирован. Нифига себе, бриллианты — это очень дорогая вещь. Ну что ж, если тебе понравился ролик, обязательно поставь лайк и подпишись на канал, если ты еще не подписан. Ну, я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!